Редко наши ряды редеют. Все время редеют. Праздник людей, умеющих побеждать. Праздник людей, знающих, что такое спорт. И мы встречаем нашей команды. Команды «Шагом марш!» Переработкой газа и хорошими, надежными людьми. Наши юные и опытные кадры на местах своих рабочих впереди. Поколения сменяют поколения, и традициями славится завод. Мир и город видят наши достижения. За отцов на смену следом сын идет. На планете очень важен наш продукт. Так гордимся мы своим родным заводом. И работы не боимся никакой. Лишь бы счастье был всегда любимый город. Наш завод Коропушки живет. Коротко и ясно. Легион! Наша команда! Каэлья! Один за всех и все за одного! Аплодисменты команде Каэлья! Команда Комета! Наш девиз! У Кометы есть девиз «Никогда не падать вниз!» Ура! Команда Комета! Уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны, друзья! Мне очень приятно и радостно приветствовать вас сегодня здесь, на этом стадионе городском. Сегодня мы проводим с вами четвертую летнюю спартакиаду нашего предприятия. И что символично, она проходит в день физкультурника. Физкультурой занимаются все, спортом занимаются немногие. Как говорят, в здоровом теле здоровый дух. Хотелось бы, чтобы мы своими скромными спортивными достижениями поддержали этот праздник, праздник в России. Что хочу пожелать? Пожелать нашим участникам командного духа, поддержки, чувства локтя, взаимопонимания и взаимопомощи. Привет участникам соревнований! Добрый день!
уважаемые жители города Котово, ветераны, сердечно поздравляю вас с этим знаменательным днем, с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, успехов на этом физкультурном поприще, чтобы победила дружба, взаимовыручка, а главное, здоровый образ жизни, который вы здесь пропагандируете, участвуя в этих соревнованиях. Мы сегодня в такой солнечный, праздничный, яркий день собрались, чтобы в разных состязаниях показать свои силы, свою волю, ну и свою дружбу между собой. Сегодня обязательно будут победители. Ну, победят все, победит дружба. Удачи вам! Мы за всех, за каждого болеем. Мы с вами. Вот это самец!
700 грамм, не трогай. А может ее и надо? Остальных нету-то, конкурентов нету. Что, какая команда? Легион. Мы стой, Иван Иванович, давай вот. О, оба, отсюда. Все по правилам. А? Пока. Мы здесь, вот. А почему мы сейчас сразу подходите? Сразу команда стреляет, другие сидят. А, значит, я вам по секрету сказал самое. Мы. Да. Че? Нет, у нас и мишени есть. У нас все есть. Белочки дают, да? Да почему мишени? Да не все, да не все. Все, ничего, где предохранитель? Здесь нет, вы стреляете сразу. Понял? Да подожди, я ее еще не взяла. А я ей попала даже. А сколько раз? Пять? Три пробных и пять ручных. Пять пробных. Три влево. А между прочим, у меня ни одной этой. Влево! Что, вообще не проложили? Падает нормально. Нет. Пойдем. Фотографирует. Ну, да. Как вы тут шахматы играете? Стоп, не вот надо, молодцы. А что кидаешь? Что там? Ну, а что? Красный и желтый. Хотите опём поставить? Команды молнии наш. Команды
командир находит свисток. Привет! Какой руки свисток? Левый, правый? Какие ворота надо охранять? Давай, Антоха. Рада третье место. Света.